Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Химкам задержали подозреваемого в краже крупной суммы денег. Ночью злоумышленники разбили окно и проникли в помещение аптеки, после чего взломали терминал и похитили порядка 600 тысяч рублей. Изучив данные с камер, полицейские задержали одного из сообщников. За что, при каких обстоятельствах задержаны сотрудниками полиции? Не знаю. Без понятия. Угу. Вину не признаете? Нет. В ходе обыска оперативники обнаружили телефоны, сим-карты, банковские карты, которые стали вещественными доказательствами. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело.